И напоследок о курьезах нашего края. Народный артист Российской Федерации Олег Газманов на собственном опыте оценил качество пермских дорог. Советский и российский эстрадный певец, следуя на автомобиле между городами в рамках своего концертного тура по Пермскому краю, пробил сразу два колеса, сообщает АИФ Пермь. Автомобиль влетел в огромные ямы на мосту через Яйву. Водителю пришлось прямо на обочине менять колеса и искать замену пробитой резине. Народный артист тем временем обратился ко всем своим подписчикам в сети Инстаграм. Я нахожусь на трассе Усолье, Пермский край, еду в Пермь, где у меня послезавтра концерт. Попали в аварию, в здоровенную яму. Пробили сразу два колеса. Прямо на мосту. Всем здесь ехать очень осторожно, иначе тоже попадете. Происшествие случилось накануне, предположительно, на автомобильной переправе через речку Яйва, неподалеку от Березняков. Никто из людей не пострадал, но впечатление у артиста, судя по всему, не самое лучшее. Напомним, в нашем городе Газманов выступил при полном аншлаге в минувшую субботу. А уже завтра концерт народного артиста состоится в Перми.